Приветствуем всех болельщиков регби в Пензе. Стадион Первомайский сегодня станет местом проведения интереснейшей встречи. Локомотив Пенза против ВВА Подмосковья. Вчера мне удалось обменяться сообщениями с Александром Войтовым, главным тренером ВВА. И он сказал, что травмированы три игрока сразу. Это Гасанов, Владимир Подрезов и это Дмитрий Кровяков. Это Александр Войтов на ваших экранах. Не бьет по воротам Локомотив. Играют на попытку. Мяч у Чкоидзе. Буквально несколько метров до зачетки ВВА. Давление. И попытка Локомотива. 9-я минута. Сейчас разберемся, кто это был. Это Чкоидзе, судя по тому, что у него мяч находится. Георгий Чкоидзе. Смотреть. Янюшкин бьет и забивает. Ну, то, о чем я говорил. У Янюшкина нога, конечно, просто шикарная. 7-0. Атака Локомотива. Коридор в 22-метровой зоне ВВА Подмосковья. Забирает Селенко. Снова сформирован мол. И давление. Мяч у Чкоидзе. Преимущество на штрафной. Ван Роен. 12-0. Да, как-то в этом эпизоде слишком дружелюбно сыграли монинцы. Ну и реализация Янюшкина по центру не заставила себя ждать. 15-я минута, 14-0 уже. Без девятого нападающими атакует Локомотив. И не доносит мяч. Пытался положить за зачетку его игрок Локомотива. Здесь нарушение правил. Ван Роен. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, что сначала игра вперед у Локомотива. Потом нарушение, игра лежа у ВВА. Ван Роен разыгрывает. Казалось бы, вот она зачетка. Но и Руди мяч теряет. Какая-то сумасшедшая. Вот эти вот 10-15 секунд просто сумасшедшие у нас получили. Но успела все-таки в итоге. Мяч у Локомотива вправо. Башев, Царикидзе. Сам пойдет, сам, но скинет. 19-0. Валерий Хлопков. 19-0 пока без шансов для ВВА. Валерий Хлопков. Третья попытка. Поглядываю на соседний монитор. Там ЦСКА с Динамо. Пока 7-7. ЦСКА в меньшинстве играет. Сергей Янюшкин. Ну просто шикарные удары у Янюшкина. 21-0. Ван Роен. Мяч у Ван Роена. Вправо. Янюшкин. Удар по земле. Хорош. Янюшкин. Здесь Давыдов. И Давыдов у нас ошибается. Ошибается Давыдов. Какая же грубейшая ошибка Давыдова. И попытка. Ну что, остается только развести руки в разные стороны и удивляться, потому что эту попытку уже нарисовали сами себе. 26-0. Попытку Локомотива и реализацию с правого края. Сергей Янюшкин на этот раз не забивает. 26-0, 33-я минута. Гресев, мяч выкатывает себе, Ван Роен, Янюшкин, дальше Сазонов, Сухин, там Хлудков, попытка сейчас будет Хлудкова, 31-0. 40-я минута, разгром ВВА, я даже, если честно, не вспомню, когда последний раз ВВА в первом тайме вот так играл. 31-0. Какие-то очки набрать вполне себе по силам. Янюшкин бьет реализацию. И не забивает. Завершен. 5-0 по попыткам. 31-0 по счету. Возвращаемся в Пензу на стадион Первомайский, где возобновляется матч чемпионата России по регби. Последний матч 15-го тура. Локомотив Пенза, ВВА Подмосковье. Вот такие вот цифры, наверное, удивительные для тех, кто только подключился к нашей трансляции. Да, Ван Роен мяч вытащил. Передача. Сазонов, Янюшкин, Сухин. Передача на Гудка, это будет попытка, да, это будет попытка, 36-0, счет становится. Разгром ВВА, ну а Гудок своей бывшей команде попытку заносит. Напомню, что Александр является воспитанником именно команды из Монина. 36-0, ну сейчас, наверное, самая тяжелая реализация, так близко мяч на бровке еще не стоял. Но забивает Сергей Янюшкин. Шикарный удар. 38-0. Виктор Гресев. Сегодня он пока не заносил. Великолепный пас. Еще одну передачу нужно же делать. Но почему сразу это не сделать? Сейчас попытка будет. Это Ван Роен оформляет дубль попыточный. Не
хочу сказать, что ВВА рассыпается, но как-то все равно пассивно действуют Монинцы. Очень легко заносят Локомотив. Игроки, словом, которые есть на поле. Янюшкин не забил на этот раз. Ну, устал тоже Сергей, его понять можно. Дэвид, Петросян, Экстин. Ну, что придумает Лейтон? Ну, придумает он прорыв к зачетке Локомотива. Это будет попытка. Даже удивительно, как его не захватили. Лейтон 43-5 делает счет. Ну, практически на пустом месте, да, с места он стартовал и ушел от игроков Локомотива. И мяч за четко приземлил, 43-5, сам же будет бить Экстин реализацию. Лейтон бьет. И забивает. Арноут Малерби, подскользнулся Малерби, но никого из игроков Локомотива рядом не было, поэтому... А вот Экстин, пожалуйста, в своем стиле, у него всех-то здесь вряд ли оббежит, зато пас отдал на Марченко, на Гора, Гор. Ну, Гор должен сейчас Гресева обогнать, по идее, и положить попытку, но стал тормозить, оставил возможность занести Виталию Живатову, 43-12. Ну, молодцы, Монинцы бьются до конца, вторая попытка, ну, никак она ни на что не повлияет, но в любом случае это здорово, молодцы. Что называется, играть не бросили, и второй тайм. Получается у нас 12-12, если Эксин забьет, сейчас будет 14-12. Центр забивать, спокойненько, Лейтон. 43-14. Аута Буйти. Нет, сам идет, Валерий Холодков идет. Идет, здесь Давыдов должен первым быть на мяче. Да, Давыдов приземляет. И на этом у нас матч завершен. 43-14, заслуженная победа в Локомотива из Пензы.